С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Thank you.
Мои познания в русском невелики, но, по-моему, это какая-то карта. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Пока что это никак не опустить.
Старый советский трудовой лагерь. Троица полностью его заняла. Укрытие! На нас напали! Прочесываем и ликвидируем. Вперед! Снова советская пропаганда. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они чокнутые. Я припрятал снаряжение, оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого.
Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Лара, ты как? Слава богу. Анна, что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Что происходит, Лара? Мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно, я нас освобожу. Как-нибудь... Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться, не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься! Я видела, на что способна Троица! То есть нет? То есть иди нахрен! Скажи, Анна, тебя Троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара. Конец! Сволочь!
Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками Божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное.